Доброе утро! Сегодня у нас 21 ноября. Два дня осталось в школе перед Днем Благодарения. У них будет такие маленькие каникулы. Три дня от недели, два выходных. Пять дней детки в школу не будут ходить. Ну а сегодня и завтра я еще схожу, чтобы записать вам ролики. На улице похолодало, у нас был заморозок, как они обещали. Цветочки подмерзли, зелень пока хорошая, но тем не менее прохладненькая. Поэтому я кардиганчик вязаный, достаточно плотненький такой, набросила сверху. Штанишки точно такого же цвета, как кардиган, они велюровые. Будет, если тепло в классе, то я сниму его и буду ходить вот в таком вот свитерочке. А если будет прохладно, и в классе у нас же зависит от того, какой учитель. Чем полнее учитель, тем холоднее в классе. Их внутренние резервы греют, а домам не очень полным, там холодно. Вот я там всегда мерзну, но сегодня не буду даже никакую шаль брать, потому что, если что, буду так в кардиганчике по школе и ходить. Сапожечки у нас цвет нашего свитерочка. Все, мы поехали в школу. Из украшений я нацепила первый раз вот такую ящерицу. Я ее купила уже достаточно давно, где-то летом. И надо бы подлиннее на нее цепочечку, но некогда переодевать. Надо с вечера собирать наряды. Я бы, конечно, ее чуть ниже опустила. Но пусть будет так, как будто так оно и задумано. Надела Люсина колечко. Она мне дарила вот такое в золоте. Вот это вот любимое одно колечко, которое папик мне дарил из серебра, и которое я растягивала за $60. И здесь у нас танзанит. Очень редкий камень. У меня он такой вот миленький, но в целом колечко смотрится очень хорошо. И лапис. Ну и, вот сами выпали духи. Они же с этой кисточкой, кисточка где-то зацепилась, и прямо на пол упали мои красавцы такие. Ну, слава богу, не разбились. И они мне нравятся. И мы сегодня все в зеленом свете. И они решили, что ты там смотришь, что-то выбираешь. Вот я зелененький, меня и берите, пожалуйста. Все, мы пошли гулять, наслаждаться два дня перед каникулами. А с вами была Галина Смесь. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.